Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Илимском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. Вот так вот мы закончили копать пруд. В ширину у нас получился 12 метров, в длину до острова 65 метров. Ну и там вокруг острова еще не знаю сколько метров. В общем, пока так. Нет средств, чтобы копать дальше пока. Ну и нужно будет куда-то девать вот эту вот всю землю. Всю землю. Потом увезем землю. И думаю, что еще его немножко докопаем. Округлим. Как-нибудь сделаем поинтереснее, не такой квадратный. В данный момент он у нас в виде какой-то замочной скважины, что ли, получается. Там у нас островок, на котором будет находиться зона отдыха, стоять беседка, мангал, коптилка. Ну и так будем собираться. Нет-нет, вечерами. Петь песни под гитару у костра. Кормить комаров. Ну и, конечно же, рыбачить в дальнейшем. Копали пруд 4,5 дня. Ну, если быть точнее, 4 дня по 8 часов экскаватор работал. И один день 5 часов, так как у него слетала коронка. По этой причине. Получается, за 4,5 дня экскаватор Терекс выкопал такой вот прудик. Здесь у нас яма, где стоит вода. В яме где-то 4, ну, от 4 до 5 метров. Там вот метров 2 глубина. Ну, здесь где-то тоже 2,5. С этой стороны меньше, метра 2 тоже. Вот такими небольшими переходами, перепалами. Весной пруд заполнится, и мы будем запускать малька. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.